Несмотря на пасмурную погоду, большое количество людей собралось в сквере Родина, чтобы доказать, что занятие спортом – это не только полезно, но и весело. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. В этом не сомневается Ирина Косматинская. Она регулярно занимается спортом и рада, что люди пенсионного возраста могут не сидеть в одиночестве на скамейках, а обретать новых друзей и знакомых, проводя время с пользой для здоровья. Она уверена, что совместные упражнения и движения не только объединяют, но и приносят радость. Самая главная радость. Люди уходят радостные, люди уходят кучками, а им уже есть о чем побеседовать. Кому рассказать, какие вещи. Это замечательное вообще мероприятие. 30 минут занятия любым видом спорта позволяет тебе испытывать радость. С отличным настроением и под бодрую музыку жители всех возрастов участвуют в спортивной разминке. Профессиональные тренеры показывают, как правильно выполнять упражнения с различными снарядами. Например, при работе с блинами нагрузка идет на все тело. Разные группы мышц задействованы в тренировочном процессе постоянно. Далее занятия со штангой. С этим снарядом каждый сам выбирает, сколько блинов установить на гриф. Спорт – это жизнь. Без спорта прожить невозможно. Для меня поддержка как физического здоровья важна. Но это является также начально-военной подготовкой, поэтому мы занимаемся этим. Зарядка под руководством опытных тренеров проходит в сквере Родина каждый вторник и четверг. Каждый может присоединиться к утренней спортивной разминке. Никита Борисов, Василий Каудашов. События.